Итак, друзья, ситуация следующая. Так нас никто и не пустил туда, в сторону Бреннера, в сторону Трента по А22. Ребята с нашей фирмы ехали через другой переход, через Филок, через Венецию. То мы диспо сказали ехать туда, и там вроде бы как бы без проблем, но ну как это дальше будет, конечно, там, на том переходе, потому что мне и не они-то ехали на Австрию, ну вернее в Австрию выгрузка, как бы без этих проблем, но у меня же все равно Германия, ну не знаю, пока вот на данном этапе едем другой дорогой, а там дело в том, что на дороге возле Випетена вроде бы там тоже делают для водителей, но я так думаю, то ли специально, не знаю, полиция опять делает здесь такие вот пробки и заторы для того, чтобы водитель брал, то есть машину оставлял вот на паркинге, хотя как таковой паркинг там на 5-6 машин, да и все. И брали такси и ехали где-то в какой-то госпиталь, ну опять же, то есть ну шпиталь, то больницу какую-то, где-то делали тесты, опять же, я не знаю, как это, за чей счет это все происходит, но явно это будет не за мой счет, потому что я нахожусь на работе, на рабочем месте, для этого есть фирма, пускай не думают. Вот, ну, едем мы другой дорогой, посмотрим там, как это все будет. Возможно, даже уже будет и темное это время суток, но я думаю, мы включимся, как говорится, хотя бы даже я прокомментирую эту ситуацию, что случилось, или как произошло, или как это все, как это было. Как-то так. Так что Верона, едем мы сейчас по А4 в сторону Венеции, ну, в принципе, по этой А4, потом на А23, ну, привычным нашим маршрутом. Ну, все, едем. Итак, друзья, доброго утречка. Сегодня 17 число. И продолжаю вчерашнее видео, которое, ну, наверное, будет посвящено вот этому вот тестам, которые запретом сделали в Италии. Германия закрыла вроде въезды, но вроде бы там на Випетена делают, вроде бесплатно, либо там, ну, не слишком дорого, но в Вероне вот такой коллапс был. Значит, что поясняю, проехали мы по А23 Венеция, выехали Удина, вот в Вилах Австрия, въехали нормально, все классно. И вот в данном случае А10 я переночевал там на заправочке. И уже 6 часов 56 минут, ну практически 7 часов утра, мы подъезжаем к Зальцбург, недалеко. Пограничный переход пишет 27 километров. Ну, вроде бы как ничего, никаких ни знаков, ничего, вот именно в этом плане. Ну, не знаю, если же что-то будет, я думаю, мы потом включимся как-то. Пока вроде на данном этапе едем как в обычном режиме. Почему так в Италии было, ну, не знаю. Ну, давайте дождемся пока, чтобы ехать спокойненько в Германию. Потом можно будет рассуждать на ту или иную тему. Вот такой вот. Едем дальше. Ну что, друзья, подъезжаем к границе. Ну, транспорта, конечно, так такового и не видно. Но будем смотреть. Будем смотреть, что туда и как. Пока едем прямо, не знаю. Нету никаких у меня ни PR-тестов, на COVID. Ну а там посмотрим. В принципе, вот так. Наверное, закрытый паркинг. Возможно, но... Через 100 метров держитесь левее. Соль, контроль. Таможня. Ладно, позже включимся. 120 километров. Ну что, слева видим знак, грузовым направо, вот в правую полосу, легковые прямо, ну а левая, левый пас закрытый. Ну это чтобы разделить потоки, скорее всего так.
даже справа желтый, там контроль и 250 метров. Просто вот стоят не габариты. Ну им реально некак даже заехать. Смотрите, какой длинный. Не габариты. Да и вообще, в принципе. Вот еще тоже конвой Expeditionel. Такую вот яхточку везут. Интересно. Ладно, пока отключаюсь. Друзья, ну что, ну, в принципе, сказать как таковой контроль, ну да, стоят, смотрят на проезжающие автомобили, но никто никого не останавливал. И ничего. То есть проехали свободно. Ну как? Сейчас я выключу. Свободно, спокойно проехали. Не пойму, зачем ажиотаж такой создала Италия. Вот там вот хоп, все, только PR-тесты. И только вот он действует 48 часов, заплати там 50 евро или что-то такое. Но это, блин, я не знаю. Ну, я понимаю, кто выезжает просто там как турист, наверное, может быть, для того, как нужно. Ну, а как, я не знаю, сейчас въехал опять... Приехал опять, делай и только бегай по этим госпиталям и все. Но, тест, битый тест, ага, вот, кстати, даже знак висел. Есть ли у вас тест? Ну, посмотрим, буквально тут сейчас за 5-7 километров тоже есть паркинг. И там еще определенно есть контроль. Посмотрим вот здесь, что будет. То есть, как бы мы проехали, но... Может быть, там сейчас ведут на этот самый, какой-то мазок возьмут, если нету теста. Ну, короче, опять же, вот это все, что будет, не знаю. По факту, ну, фактически мы въехали. Въехали в Германию. Ну, вот, как-то так. Ладно, едем дальше. Дождик. Дождик нам в помощь. Кстати, за бортом плюс 6. Ну, может быть, сейчас обдует немного, но ехали в горах в Австрии, где-то так, 1+2, вот в таком плане это была температурка. Главное, чтобы не минус. Вот это самое главное. Ладно, едем. Друзья, ну что, в принципе, все нормально, едем. Смотрю Google карты, и со спутника вид там пробки, заторы. Везде зеленое, так что никаких таких заторов нет. В принципе, все нормально, едем. Так что, ну, легковых, ну, появляются легковые, но опять же, там, может быть, кто живет в Австрии, работает в Германии, вот здесь, вот это вот рабочие моменты, либо командировки, там еще такое, ну, это неотъемлемо то, что связано. Ежели, я думаю, вы просто как турист, я думаю, без каких-либо пропусков, документов, то я думаю, вас завернут. Завернут назад. И так что вот так. Ну, с автобусами тоже как такового не видно их вообще. То есть, ну, понимаете, миграции какой-то нет. То есть, да, рабочие моменты, да. Кто-то с фирмы, я еду на выгрузку. Тоже как бы специально. Все. Я даже сейчас приеду на фирму. Может, даже контактировать не будем. То есть документы подаешь в окошко специальное. Через это самое, ну, там приняли его, сказали тебе, какая рампа, ты подъехал, открыл, подал машину и все. Там сами грузчики выгрузили, но, наверное, скорее всего, это Lidl, как обычно, там водителя все выгружают. Берут электро такие рофлы и вперед, вперед, вперед выгружают. Так что, ну, контакт как таковой, я не знаю. Дистанция, ну, опять соблюдение всех этих мер. Я не против, как бы, соблюдать все, ну, я уже и говорил много раз, мне кажется, слишком это надумано, чем нежели, ну, пускай, это, опять же, мое мнение, может, я ошибаюсь, но такое дело. Вот, все, мы в Германии, нормально, все, как бы, без проблем, без тестов, без всяких, все и вся. Так, у нас вот дружище груженный, я понимаю, ему тяжело, но у нас знак висит там, то есть вообще обгон легковым запрещен, ну, значит, будем тянуться.
либо же ждать каких-либо разрешающих знаков, совершить тот или иной маневр. Как-то так. Ладно, едем далее.